Лампочки или хоть что-то? На потолке есть брызгалки! Надо их включить! Здесь должен быть какой-нибудь край! Эй, сюда! Я еще чувствую жар на лице. Господи. Далеко не отходите, ребят. Охраняйте бухло. Я сразу за вами. Увидите кого-то, стреляйте. Знал, что это не все. Берите тачку и поезжайте за мной. Да, сэр. Откуда Морелла вообще узнала о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее! Уже оторвались. Господи.
Давай домой. Посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да. Пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. «38-й калибр. Встретили ребят Марсела?» «Да, босс. Их больше нет». «А что с парнем из Кентукки?» «Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла». «У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски». «Посмотрим, стоило ли это Пойлу всех хлопот». «Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Салюта!» «Я так понял, Сальери готовился сделать ход?» «Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили, и весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелло начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. Может, зря я переживаю. Ну, как тут дела? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось, меня будто повезет. Ты можешь хотя бы постараться ехать ровно? Больше так не буду.
Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, я должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми приличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. В случае эти мошенники, которые толкали пойло... Если бы я знал, во что превратится поездка, я бы сел за руль сам. Мой денек. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать. Должно быть доволен. Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Поли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Тоби. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... Дос Альери! Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, папа. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эцеленте, браво, браво. Мольто бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду кьянти. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить там. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размекают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе. Еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Ложись! Какого черта? Парелла! Вот мудак, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Через ту дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их.
Патрик, выходи с черного хода и обойди их. Уверен, босс. Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. Почему все еще здесь? Анжела здесь, в переулке! Консальери! Босс! Все чисто! О, ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет. Зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поведать. Жми на газ, Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша, когда был дружком Морелло, я плакал на его похоронах. А на похоронах сына буду хохотать во все горло. Его мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Знаешь, я так рад, что это...
получилось. Одной крысой станет меньше. А мы наконец-то займемся Морелло по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение, и вот так он отвечает тебе на добро. Если это все подсобно, что еще? Уже не сейчас. Надо добраться до Карла. Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карла ждет нас. Нет, Том. Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Тебе лучше исчезнуть, детка. Тебя ждет закрытый гроб, Карла! В порядке, босс? Да. Притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Помогите! Что-нибудь! А ну вернись, Карла! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! Не стыдно! На помощь! Скорее! А ну назад! Живо! Я могу все объяснить! Том, прошу, подумай! Дай мне поговорить с боссом, я все ему объясню! Только не путайся под ногами. Выбей из него дурь! Еще не закончили! Томми, я могу все объяснить! Том, прошу, подумай! Дай мне поговорить с боссом, я все ему объясню! Томми, пойми, Морелло пообещал убить мою маму! Меня заставили! Заставили! Они меня вынудили, Томми! Прошу, я все объясню! Все еще жив? Не уверен. Как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь.
Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепоне. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что и всегда. Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло.